Новый год начинается здесь, в Беловежской пуще. На главную елку области пригласили ребят со всех уголков Брещины. Особенно ждали здесь те, кто нуждается в особой поддержке и вере в чудо. Потому что праздник должен быть у всех. Разделил радость с детьми глава области Юрий Шулейко. Я хочу, чтобы здесь сбылись ваши задумки. Чтобы здесь осуществились ваши желания. Весело, весело, весело живем. Я приехала первый раз, мне безумно все нравится, эмоции просто нереальные. С Новым годом! Таинственная Беловежская пуща действительно в зимние праздники имеет особую атмосферу. Сама Беловежка пригласила ребят в сказку. Дети по достоинству оценили старания сказочных персонажей, тем более, что главное волшебство их ожидало в резиденции Деда Мороза страны. Правда, чтобы туда попасть, пришлось вспомнить волшебные слова. Дед Мороз радушно встретил гостей у порога. В резиденции гостей ожидали различные интерактивные площадки. К примеру, выставка тематических поделок, волшебная мельница, огненное шоу «12 сказочных месяцев» и многое другое. А вот и она. Главная новогодняя красавица пущи. Объект особых торжеств и праздничного настроения. Слышно на самом верху, кричим, кричили, хочу удачи! Завершилась встреча в резиденции Деда Мороза вручением подарков всем участникам главной елки области. А каждому ребенку Брещины Дед Мороз адресовал пожелания и даже специальные назидания. Будьте внимательны к своему здоровью. Не забывайте ни про зубную фею, ни про физкультуру, ни про правила здорового питания, ни про здоровый образ жизни, ни про что. Не огорчайте нас, пожалуйста.